Пошел. Ох, ребята, зомби замочили. Самого большого зомбика мы замочили с вами. Газу. Зомби прицепились сзади. Газуй. Да что ж такое? Чё ж ты не газуешь? Давай. Дорогой друг, а перед тем, как посмотреть это видео, обязательно подпишись на мой канал. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами Юра, и сегодня мы будем играть в зомби-машины. Уже мы с вами, конечно, в них играли, но ничего. Это очень замечательная игра, так что мы с вами сегодня покатаем еще в эту замечательную игрушку. Так, ну что ж, сегодня я хочу опробовать автомобиль. Автобус вот этот у нас. Денег 2 миллиарда. Игра, напомню, взломанная. Так, ну что ж, погнали. Так. Нитро пошел. Ох, ребята, зомби замочили. Самого большого зомбика мы замочили с вами. Газу. Зомби прицепились сзади. Газуй. Да что ж такое? Чё ж ты не газуешь? Давай быстрее через ящики проезжай, режь этих зомби поганых, которые нас хотят съесть. Давай разрезай все, ребята, огромного зомбика вы видели? Мы только что его просто разрезали на две части или на три, а вот еще один у нас застрелили. Разрезали, руки поотрезала наша пила ему полностью. Так, ну что, все, вот это и кончился бензин у нас, вот это и мы приехали уже. Но это, конечно, очень серьезно. Я такого не ожидал. Так, гараж, ребята, и... Давайте на карту, где мы? А, мы уже на последнем уровне. Так, ну что, мы можем, в принципе, только если мы на последнем уровне с вами, мы можем его пройти только с помощью автомобиля вот такого, наверное. Так, ну что ж, этот автомобиль создан таки для таких дорог. Ну что ж, поехали. Прокатим, нормальная такая точила, отлично. Справляется со всем. Два ракетных двигателя, ребят, у нее стоит. Два ракетных двигателя. Нитро. И мы запускаем эту машину, чтобы она справлялась со своими всеми препятствиями. Ребят, вы чё? Все. У меня закончился бензин. Вроде бы. Нет, еще не закончился. Еще я еду. Но уже на нуле бензин, ребят, представляете? Я не ожидал. Ну все. А теперь уже все. Теперь уже бензин у меня в натуре, ребята. Уже он подошел к концу. Уже закончился. Так, ну что ж, давайте мы с вами тогда переиграем этот уровень. Только возьмем в гараже, наверное, вот этот автомобиль, который ездит на реактивном топливе. Здесь, ребята, посмотрите, какая ракетная часть у нее вообще. Я посчитал бы, что этот автомобиль больше похож на ракету, чем на... машину военную, на какую-то такую, короче. Но ничего. Так, все, у нас он апгрейден по максимуму. Так, колеса есть, двигателя есть, ракетные есть, установки, бензин есть, топливо в порядке. Ну что ж, давайте прокатимся на нем. О, ребята, конечно, этот автомобиль летит как ракета и уничтожает все на своем ходу. Так что здесь можно с легкостью сказать о том, что этот автомобиль просто не разрушает. Он может проезжать, смотрите, через любые препятствия. Он реально едет через все, смотрите. Зомби цепляются, а мне же не лезет, ребят. Мне же все равно, мы же все равно едем, понимаете? Да, отличненько. Так, едем. Газуал. Отрубила голову зомбику, ребят, увидели? Отрубила зомбяшнику голову. Так, точку чекпоинта мы уже с вами проехали. Так, осталось совсем еще немножко до финиша. Вау, вот это да. Это зомбики. Да, зомбяк, отстань от меня. Отстань. Зомбяк. Отцепись, дай мне доехать до финиша. Ребята, у меня закончилось топливо. У меня топливо на нуле, ребята. Я не доехал до финиша, представляете? Я не доехал, хотя мне нужно было доехать до финиша. Но я не справился с заданием. Но мы сейчас переиграем уровень и обязательно с вами доедем до финиша. Докатим, так сказать. О, таки нормальный уровень, просто супер. Да.
Вау, зомби, все, зомби убили большого, который нам хотел помешать препятствие, нам устроил здесь огромное. Так, продолжаем играть дальше. Отлично, отлично. Вау, ребята, зомби развалили колесом прям ему в голову, и руки у него оторвало, и ноги, и все у него поотрывало, все, что можно. Так, ребят, у меня осталось уже топливо на нуле. Я не знаю, ли я доеду в этот раз. Ребят, я должен доехать в этот раз. Вот дальше, чем прошлый. Уже топливо показывает, что мы на нуле. Но мы, ребята... Ребята, топлива нет, топлива нет. Мы с вами доехали или нет? Да, ребята, мы с вами доехали до самолета, который нас все-таки, наверное, спасет. И мы улетим на этом самолете. Все, двигателя наши заработали. Включили мы двигатель и взлетаем. Отрываемся от земли. Полетели. Круто. Отлично, отлично. Пошел, 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 пошел. Все, ребята, я на самолете улетел от этих злых и проклятых зомби. Но, ребята, закрался в самолет еще один зомби. Вы представляете, что это может быть, ребята? Все, это означает, что мы с вами прошли эту игру. Отличненько. Здесь мы с вами кучу всего увидели. Ну что ж, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. С вами были зомби-машины. Мы играли в игру Earn to Die. До встречи, дорогие друзья. В следующих сериях мы скачаем игру Earn to Die 2 и поиграем во вторую часть этой игры. До встречи, дорогие друзья.